Всем привет, ребята. Смотрите, что у нас сегодня в видео. Это такой рабочий медвежий капкан из Лего. Давайте проверим, как он работает. Вот медведь идет, наступает на эту педаль, и капкан закрывается. Вот так вот мы его раскладываем. Вот так вот. Только самый... Меня даже словило только что. Только самый хитрый сможет обхитрить этот капкан. Ага, все равно поймался. В общем, давайте кинем сюда человечка. Вот так вот. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, как он работает. Ну что, давайте сделаем такой вот капкан. Ну, понадобятся вот такие вот детальки. Лего техник. Пластина 2х6 и брик 2х6. Теперь берем вот такие вот брики с отверстиями 1х4. Вот так вот. Если нет. Берем шестеренку. Продеваем ось и берем белую вот такую вот детальку. Вот так вот это все происходит у нас. Вставляем это все мы вот сюда вот. Вот так вот. Теперь берем вторую шестеренку и ставим ее вот здесь вот. Вот мы теперь берем одну и поднимаются две. Теперь берем большую шестеренку, ставим ее вот сюда вот. Теперь делаем вот такой вот механизм. Брик 1х4. Ставим вот здесь вот. Это ось 1х4. Это два брика с отверстием. Это заглушка. Это деталька 1х5 Лего техник. Ставим это все вот сюда вот. Ну, в принципе, наш капкан почти готов. Теперь берем вот такую вот маленькую резинку. Продеваем ее вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Мы его раздвигаем. Ставим детальку эту. Теперь... Вот так вот. Правильно, только тут немного неправильно у нас. Вот я резинку просто сдвинул вот сюда вот под край. И теперь у нас все работает. Мы должны эту шестеренку вот так вот поставить. И сейчас поставим где-то вот так вот, чтобы эта шестеренка просто не двигалась. И вот мы настроили наш капкан. Давайте сюда. Кинем человечка. Вот так вот. Давайте сюда кинем
Вот такой вот арбуз из Лего. Вот так вот. Не знаю, ребят, даже что кинем. Точно. Давайте кинем сюда тик-так. Посмотрим, что будет. Не, тик-так. Это для медведя капкан. Тут тик-так, наверное, не подойдет. Он тут немного хрупкий. Этот капкан. Не знаю, как тут поставить тик-так. Не знаю, что еще сюда кинем. Напишите в комментариях, пожалуйста, что еще попробуем на этом капкане. Давайте, я даже не знаю. Кинем вот такую вот пуговицу. Даже не знаю, почему она не хочет. Точно, давайте кинем пустую упаковку тик-так. Я не знаю, чего она не хочет. Она, наверное, не сильно тяжелая. Давайте кинем вот такую детальку из Лего техник. Ага, все закрылось. Ну что, ребят, пишите в комментариях свои идеи. Возможно, у меня будут детали и время, чтобы это все делать. Ну что, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.